Привет. Привет. Кажется, я нашел нам идеальный дом. За Джорджа! Ты все обдумала? Джордж очень этого хочет. Я должна хотя бы попытаться. Я сразу понял, что это дивное место просто создано для нас. Несомненно, здесь очень многое необходимо обновить. Да, покраска точно потребуется. Да, но посмотри, какой костяк. Здесь же так красиво. Ты незаурядный муж. Ну, а ты незаурядная жена. Я только что сюда переехала, и мне очень хотелось бы узнать о местных старинных домах. Я никого здесь практически не знаю. Ну, теперь знаешь. Моя жена не знает, что здесь случилось. Ей лучше об этом и дальше не знать. У всего из мира природного есть свой аналог в мире духовном. Все мы крайне несущественны. Я сказал бы, что смерть — это лишь начало. Верующая у нас в семье моя жена. Не стоит затевать с ней разговор на подобные темы. Что за... Мне стало что-то мерещиться. Но я боюсь рассказывать об этом Джорджу. Если войдете, закройте дверь. Я рассказала Джорджу всю эту историю. Я должна это знать. Что-то не так, Кэт?